Килограмм сладостей, игрушки, книги и раскраски в этом году получат более 11 тысяч детей региона от окружного Деда Мороза. На приобретение традиционных новогодних сюрпризов для детей до 14 лет из региональной казны было потрачено порядка 12 миллионов рублей. Контракт на поставку новогодних подарков для окружной детворы заключен с компаниями «Мастерская подарков» и торговый дом «Комос» из Екатеринбурга. В этом году, в отличие от прошлых лет, сюрпризы не разделены по группам. Все дети от рождения до 14 лет получат одинаковые наборы. В музыкальную шкатулку, которая при открытии воспроизводит фрагмент из балета Петра Чайковского «Танец феи Дороже», упакован сладкий сюрприз. Это килограмм различных сладостей. Также в набор входит книжка-раскраска с изображением новогодних персонажей, животных нашего края. В ней также детвора найдет загадки про наш округ. Кстати, изготовлена эта книжка по индивидуальному макету. В дополнение идет фетровая игрушка, символ наступающего года. Вот у нас сейчас поступила первая партия подарочков. Вообще контрактами предусмотрено 11 990 подарков. Значит, для детишек с ограниченными возможностями здоровья, потом для детей-отличников и для детишек неорганизованных. И подарки для детей, которые посещают у нас школу и детские садики. Большую часть сюрпризов раздадут детям на новогодних елках, в школах и детских садах. Дополнительные подарки получат отличники. Для них подготовлены наборы развивающих игр. Для детей с ограниченными возможностями здоровья окружной Дед Мороз подготовил подушку с символом будущего года и развивающий 3D-конструктор. Сейчас подарки доставляются по муниципалитетам. Во второй половине декабря они будут распределены по образовательным учреждениям, а также начнется выдача сюрпризов от зимнего волшебника детям, которые не посещают детские сады или школы.